Руслан Зинятулин живет в городе Вышний Волочок Тверской области и ведет канал «Армстронг», самостоятельно снимая и монтируя видео. Инвалид с детства второй группы, он стал мастером спорта по армрестлингу и трехкратным призером чемпионата мира. Кроме того, Руслан практикует кёкушин, карате и бокс, тренирует и мотивирует молодежь. Основная тематика канала – армрестлинг, но есть передачи и на другие темы, в том числе с юными прелестными героинями. Мы уважаем Руслана за стойкость духа, жизнелюбие и оптимизм. Да, его канал пока не очень большой, но в наших силах помочь ему вырасти. Предлагаю вам всем поддержать начинание Руслана, перейти по ссылке под этим видео и подписаться на канал. Это доброе дело, брат.